Пошла запись. Приветик всем. Привет, кто меня на Ютубе смотрит. У нас сегодня, я уже стала забывать, четвертый день. Сегодня четверг, первая неделя, значит, четвертый день интенсива. Мы с вами продолжаем вязать летнее ажурное платье, но мы его еще вязать даже не начали. Мы только подготовительные работы проделываем. Но все равно именно сегодня у нас начало вязания. Так что я думаю, что сегодня после эфира вы уже начнете, ну, хотя бы двигаться в направлении и уже к началу вязания. То есть наверняка сделаете расчеты и, возможно, даже уже начнете вязать. Приветик, приветик всем, приветик. Сделаем мы сегодня расчеты на либо на юбку и верхнюю часть платья, если у вас платье прямое. Если у вас платье с юбкой расклешенное, тогда мы сделаем расчеты на кофточку, чисто на верхнюю часть. Если у вас просто маечка, тогда, естественно, мы сделаем расчеты на маечку. Если кардиган, то именно от низа до верха сам кардиган. Мы сегодня не будем затрагивать пройму и вырез, то есть мы сделаем расчеты вот до этой части. Сижу, дошиваю шортики, а завтра платье. Ой, супер! Еще и в процессе интенсива девочки у нас шьют, вдохновляются таким, не знаю, работой такой совместной и шьют. Ну, я думаю, что можно камеру перевернуть и уже начать. 40 человек подключилось. Я расскажу, как сделать расчеты для начала, потом покажу, как начать вязание, если вы одну частичку вяжете снизу вверх, а дальше юбку будете вязать сверху вниз. Это тоже важный момент, и я сегодня его постараюсь показать понятно. Если не понятно, понятно будет. У меня есть отдельное видео на эту тему. Я вас пошлю посмотреть то видео. Приветик всем, приветик Украина, витаю вас. Ну, давайте начинать. Я связала свои образцы. Наконец-то сегодня меня все устроило, я очень довольна, все получилось так, как я хотела. Не знаю по поводу платья, возможно, я когда буду вязать платье, что-нибудь передумаю, но самое важное вам рассказать вот те самые расчеты, как совмещать несколько узоров, как правильно это посчитать все. Потому что с одним узором, я думаю, будет просто. Меняю камеру. Приветик, 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 привет. Так, вот, я уже тут подготовительные этапы сделала, кое-что уже нарисовала, чтобы вам было удобнее, чтобы вы меня не ждали, пока я тут технические моменты какие-то нарисую. И начнем. Вот, сейчас я камеру поправлю. Так, вот так. Образец сюда, это сюда. Так, вот, вроде все готово. Если будут вопросы, опять-таки, как обычно, я вам говорю, по ходу дела задавайте, буду внимательно за этим следить. Итак, смотрите, вот я нарисовала несколько видов платьев, если вы вяжете майку, если прямое платье или если платье с юбкой. У меня, например, платье прямое, мой вариант вот этот. Мы с вами будем делать расчеты той части, которую я отметила желтеньким цветом. Мы будем вязать снизу вверх майку, снизу вверх прямое платье до пройм, и если у вас платье с юбкой, мы будем сегодня делать расчеты вот этой кофточки. Привет! Тут у меня сейчас уведомления будут приходить. Ну, ничего страшного, хотя я, может быть, просто выйду, все-таки мне вчера они мешали. Так, вот, все, я закрыла. Нам нужны некоторые размеры платья. Вот как раз я вас просила, первое домашнее задание, я вас просила нарисовать фасон вашего платья и отметить все размеры его сразу здесь. Вот сейчас несколько размеров мы уже отсюда возьмем, мы ими воспользуемся. Нам сегодня понадобится обхват нашего платья, окружность изделия. Так как мы будем вязать по кругу, я сразу эту окружность и запишу. Вот так. Она у меня составляет 90 сантиметров. Готово. Также нам нужна длина изделия. Сейчас давайте я вот тут нарисую. Длина изделия всего 80 у меня. И также мне нужна длина проймы для того, чтобы посчитать то, что мне нужно сегодня вязать. Длина проймы у меня 17. Вот я записываю сюда 17. И теперь для того, чтобы определить нужную высоту моего вязания, вот эту, я должна от длины изделия, от 80 отнять длину проймы.
по-моему, 17. 80 минус 17 у меня получилось 63. Если что-то не так, то меня поправляйте. Я где-то могу неправильно посчитать. Это правда. Саша, в прямом платье есть косы плеча? Можно делать, можно нет. Это уже тоже на ваше усмотрение. Когда дойдем до скосов, тогда, я думаю, еще этот вопрос поднимем. Ой, девочки, хочу поделиться своей радостью. Мне моя бабуля прислала посылку, аж 5 килограмм книг по вязанию, в том числе, по которым учила и меня. Я помню каждую, самая старая, 48-го года выпуска. Обалдеть! Да, в чат скидывайте, очень интересно. Наталья, приветик тебе! Так, я подчеркиваю те цифры, которые мне сегодня понадобятся. 63 и 90. Все, больше мне ничего не надо. Соответственно, если у вас майка, вы измеряете вот эту часть, берете. Если у вас платье с юбкой, значит обхват груди. То, что вы писали в размерах. Все, это я откладываю, мне это не нужно. Дальше я беру свой образец. Здесь сразу я нарисовала такой прямоугольник и запишу те размеры, которые я буду сегодня вязать. То есть у меня вот эта часть в ширину 90 сантиметров я записываю, а в высоту она у меня получилась 63 сантиметра. Вот мне сегодня нужно посчитать вот такой квадратик. Ну, это не квадратик, прямоугольник, да? Теперь я беру свои образцы и записываю плотность каждого узора. У меня в платье будут использоваться три разных узора. Я специально взяла для того, чтобы вам, ну, показать, как это делается, потому что один узор, я думаю, вы легко сами посчитаете. Вот у меня один такой с ромбиками, дальше идет второй с дырочками, и третий какой-то такой, ну, ажурный в полосочку, в вертикальную. Я взяла... Естественно, когда я связала эти образцы, я сделала ВТО, взяла их все и измерила. Еще раз покажу, как я измеряю. Вот у меня один образец, я измеряю его посередине, не снизу, не сверху, а именно посередине, не захватывая кромочные петли. И внимательно смотрю, сколько сантиметров у меня получилось. Тут у меня 14,5. Дальше беру этот, вот здесь, видите, у меня дырочки, и вот эту дырочку я немножко так расправила, чтобы у меня все было аккуратно. Измеряю также это. Этот образец. Измерила, перехожу к третьему, измеряю третий образец. И то же самое в высоту. Высоту я измеряю посерединке, не захватывая край закрытия, ряд закрытия и наборный ряд. Один образец, дальше второй образец и третий образец. Третий, не видно на ютубе. Все это я измерила и записала. Давайте запишу. Как я эти образцы вязала? У каждого образца есть свой раппорт. И количество петель здесь у меня разное. Поэтому я измеряла все петли свои рабочие, которые у меня есть. Не петли конкретного раппорта, а все, что у меня были на спицах. Измеряла эти петли и записывала в сантиметрах. Поэтому у меня у каждого узора свое количество петель и свое количество рядов. Так, если что-то непонятно, пишите. Если понятно, то тоже пишите. Вот у меня будет первый нижний, второй средний и третий верхний. 1, 2, 3. Так я их и пронумерую. Так, записываю. У меня образцы всегда, где бы это мне записать? Снизу давайте запишу. Здесь я еще буду сейчас некоторые расчеты делать. Записываю всегда ширину и высоту каждого образца. И вот так и буду номер один записывать. Можно их как-то под названиями какими-то записывать. У меня в первом образце 23 петельки. Это без кромочных, это только мои рабочие петли. Я посмотрела, они составляют 14,5 сантиметров. Сантиметры мы не округляем. Вот как есть, так и оставляем. То же самое у нас с длиной, с окружностью. Если половинки есть, половинки записываем. Вот половинка. Дальше, второй узорчик у меня в 22 петельки и 15 сантиметров. Это вот те с накидами, которые такие дырочки. И третий узор у меня 19 петель и 12,7 сантиметра. Я вот внимательно так его измерила, 12,7 получилось. И еще также между узорами я хочу пустить 2 рядочка изнаночной глади. Вот тут их, возможно, не видно, но они есть. Между двумя этими узорами 2 ряда изнаночной глади. Ой,
Так, вот я четвертым запишу этот узор. Два ряда записывать здесь в ширину не буду, а в высоту запишу. В высоте что у меня? Первый узор у меня 12 рядов и 6,5 сантиметров я измерила. Второй 8 рядов я связала, 4,5 сантиметра. И третий узор у меня тоже 12 рядов, 5,5 сантиметров получился. И вот эти два рядочка изнаночной глади у меня, так и запишу, получились 0,8 сантиметра. Вот я записала. Здесь можно сразу записать раппорт каждого узора. Это нам необходимо потом для расчета количества петель. Вот в первом узоре у меня раппорт из 10 петель, во втором узоре у меня раппорт из 4 петель, в третьем из 6 петель. Ну, здесь в изнаночной глади раппорт 1 петля, записывать не буду. Ну и чтобы вы понимали, запишу еще здесь. Это первый узор, это второй узор, это третий узор. Это изнаночная гладь моя, которая будет между узорами. Вот пока все, что нам необходимо. Теперь мы распределяем наши узоры по платью. Вы должны для себя придумать, увидеть, я не знаю, прикинуть, как узоры у вас будут расположены вот здесь, в этом полотне. Я решила, что у меня выше проймы будет какой-то один узорчик, я его еще не выбрала, какой-то из этих трех. А вот здесь вот в ширине моего платья, вот в этой части, у меня каждый узор будет повторяться два раза. То есть я сразу разделю пополам, это мое платье, мой квадрат. И здесь у меня, так как у меня три узора, у меня будет здесь три полосочки и здесь три полосочки. Ну вот у меня первый узор, второй, третий. Первый, второй, третий. Так я буду их повторять в своем платье. Привет, Лена. Передавай Саше привет. Я теперь знаю, как дочку зовут. Так. Здесь у меня 63 сантиметра, пока считаем только сантиметры. Я могу сразу записать, что между моими узорами есть 0,8 сантиметра, это два рядочка. Вот я их здесь запишу. Вот тут у меня 0,8, вот здесь у меня 0,8, вот здесь 0,8, тут 0,8, тут. И сверху сделаю 0,8 как раз перед проймой. И теперь посчитаю. Раз, 6 у меня, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 раз у меня 0,8 сантиметра, умножаю на 6, у меня получилось 4,8 сантиметра. То есть 4,8 сантиметра в общей длине вот этого моего прямоугольника займет изнаночная гладь. Я беру общее количество сантиметров 63, от 63 отнимаю 4,8, у меня получилось 58,2. Я надеюсь, я правильно посчитала, если что-то неправильно, то поправляйте. То есть 58,2 сантиметра у меня уйдут на мои три узора. Так как у меня всего 6 полосочек, я 58,2 делю на 6. И у меня получилось 9,7 сантиметра. Вот 9,7 сантиметра будет каждая полосочка моего узора. Вот у меня 0,8, один узорчик, изнаночная гладь, и каждый другой узор 9,7. И здесь у себя я могу записать, давайте красненьким, что у меня вот тут 9,7 сантиметра, вот тут 9,7, вот здесь 9,7, вот это 9,7, вот это и вот эта полосочка 9,7 сантиметров. Если вот это все сложить, то должно 63 получиться. Все почти пропустила. Всем привет. Настя, привет! Ты разберешься, я думаю, и в записи посмотрев. Все, у нас все готово. Теперь мы можем считать уже ряды и петли. Мы посчитали с вами сантиметры. Теперь будем считать петли и ряды. Я беру новый листочек и записывать буду каждый узор в свой столбик. У меня три узора, напомню. Так. Первый узор у меня здесь будет, тут у меня будет второй узор, и здесь у меня будет третий узор. Буду сейчас считать количество петель и рядов. Так, если понятно, пишите, если непонятно, то тоже пишите, буду стараться объяснять. Так, хочу, чтобы листочек полностью попадал в фокус. И для каждого узора я запишу ширину и высоту. Ну, разделю на три части вот так, чтобы сразу было удобно. Вы записываете здесь столько узоров, сколько у вас есть. Если он один, то один. Если пять, то пять. Если шесть, то шесть. У меня три. Записываю ширину каждого узора и высоту. Так, ширина первого моего узора, я это все беру вот отсюда. Вот отсюда, то, что я записывала.
Записываю. Ширина моего первого узора 23 петельки 14,5 сантиметров. Что мне нужно узнать здесь? Мне нужно узнать, сколько петель мне набрать для 90 сантиметров. 90 сантиметров все мое платье в окружности, и мне нужно узнать, сколько петель необходимо для первого узора. 23 я умножаю на 90 и делю на 14,5. Это мы со школы помним. У меня получилось 143. Записываю. Значит, 143 петельки мне нужно для первого узора. Записываю ширину второго узора. Ширина второго моего узора 22 петельки 15 сантиметров. Мне точно так же нужно узнать, сколько в 90 сантиметрах петель будет моего второго узора. 22 я умножаю на 90 и делю на 15. У меня получилось 132. Если что-то неправильно, исправляйте. Ой, она тебя смотрит довольная. Прикольно, Саша, класс. И третий узор беру, пишу ширина, записываю ширину третьего узора. Сейчас я в шпаргалку посмотрю. 19 петель, у меня 12,7 сантиметра. Вот, видите, у меня первый узор, второй и третий, ширина. Все это я переписываю теперь в рядок. И тут тоже нужно посчитать, сколько в 90 сантиметрах помещается петель. 19 я умножаю на 90 и делю на 12,7, у меня получилось 135. Готово. Теперь я записываю высоту каждого узора. Ширину посчитала, теперь записываю высоту. Чуть позже мы будем считать дальше. Вот сразу напишу высота и переписываю все теперь вот отсюда. Высота первого узора. Давайте я, может быть, другим цветом напишу. Может быть, так будет лучше. Высота первого узора у меня 12 рядов. Видно будет, да, оранжевым. 6,5 сантиметров. И вот здесь что мне нужно узнать? Давайте вспомним. Мы считали, что высота каждого моего узора 9,7 сантиметра. Вот тут мне теперь нужно узнать, сколько в 9,7 сантиметров у меня поместится рядов. Тоже считаю. 12 умножаю на 9,7 и делю на 6,5. У меня получилось 18. 18 рядов. Дальше. Следующая плотность второго узора. У меня в 8 рядах 4,5 сантиметра. То же самое, мне нужно узнать, сколько рядов в 9,7 сантиметрах. 8 умножаю на 9,7 и делю на 4,5. У меня получилось 17 рядов. И третий мой узор, высота его 12 рядов. 12 рядов у меня составили 5,5 сантиметров. Мне нужно узнать 9,7. Считаю. 12 умножаю на 9,7 и делю на 5,5. У меня получилось 21. Так, все правильно, считаете со мной? Все ли понятно? Пишите, все затихли. Вот я посчитала. Мне на первый узор нужно 143 петельки и провязать 18 рядов вверх. На второй узор мне нужно 132 петли, провязать 17 рядов вверх. На третий 135 петель, провязать 21 ряд вверх. Но что мы здесь с вами не учли? Мы с вами не учли раппорт наших узоров. У каждого узора есть свой раппорт. Мы вяжем по кругу, и у нас раппорты должны поместиться без остатка вот в эти наши петли. Теперь будем считать, как нам из этого выкручиваться. Беру я свой первый узор. У меня 143 петельки. 143 петельки я делю на количество петель в раппорте. У меня 10 петель. 143 я делю на 10 петель. У меня получается 14,3. Мне это не подходит, потому что должно все быть без остатка. Что я тогда делаю? Я тогда думаю, в какую сторону мне округлить это число, чтобы у меня раппорт поместился. Я буду брать 14. 14 раппортов, 15 многовато, потому что тут троечка ближе все-таки к 14. Возьму 14. 14 я умножаю на 10. 10, 14 раппортов, 10 петель, у меня получается 140 петель. Вот на этот узор я возьму на первый 140 петель, для того, чтобы у меня все поместилось. Мне подходит. Дальше, второй узор смотрим. У меня 132 петельки. Я делю на количество раппортов.
количество петель в рапорте. Второй узор у меня рапорт 4 петли. 132 я делю на 4, у меня получилось без остатка 33. То есть 33 рапорта у меня помещается в 132 петельки. Значит, здесь я оставляю 132. 132 петли мне нужно на второй узор. И дальше третий узор берем. Ой, спасибо, Сань. Третий узор берем. У меня 135 петель. 135 я делю на количество петель в рапорте. Здесь 6 петель. 135 я делю на 6. У меня получилось 22,5. Мне это не подходит. Здесь надо без остатка. Поэтому я думаю, что мне взять, 22 или 23? Я обращаю внимание на вот этот предыдущий узор и понимаю, что мне лучше ближе к, вот, к 132, чтобы не так много петель прибавлять после второго узора. Поэтому я возьму, скорее всего, 22 рапорта. 22 я умножаю на 6 петель в рапорте, у меня получается 132. Идеально, это совпадает с предыдущим узором, поэтому я возьму на третий узор 132 петельки. Вот, мы посчитали, это у нас петли. И это у нас тоже петли. Мы посчитали количество петель, необходимое для каждого узора, чтобы 90 сантиметров получилось. Теперь мы можем написать план вязания. Мой любименький, который я всегда вам пишу, который я... Ну, советую вам всегда писать, по которому план вязания, я по которому очень удобно вязать вообще, в принципе, все. Да, эфир, конечно, сохранится, и у нас на Ютубе есть все записи всех прямых эфиров. Можете зайти и предыдущие посмотреть, и это тоже там будет. Запись идет. Пишем план вязания. Первое, что мы обычно с вами пишем, уже опытные девочки, которые со мной давно, знают, что первое мы пишем «набрать». Какое количество петель нам нужно набрать? Нам нужно набрать количество петель первого узора. Смотрим, это 140. 140 петель набираем. Набрать 140 петель. Второй пункт, что мы делаем? Мы вяжем первый узор. Какое количество рядов мы вяжем? А вот, у нас тут уже все есть. Вот, 18 рядов. Первый узор, 18 рядов. И это у нас 9,7 сантиметров. Я могу себе написать 18 клеточек для того, чтобы... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Я нарисую себе 18 клеточек, чтобы каждый ряд отмечать провязанный в клеточке. Так, Саша, рапорт узора вверх. Вот если у вас еще каждый узор имеет определенный конкретный рапорт вверх, например, у вас какие-то цветы, как у меня было вот в предыдущем платье, где мой образец, попробую его еще тут найти. Я его уже убрала подальше. Чтобы мне тут не мешал. Нет, девочки, я его сейчас быстро не достану. То есть, если какие-то есть цветы, например, тогда мы то же самое делаем и с высотой. То же самое, то, что мы сделали здесь. Я уже не стала тут это повторять, потому что лишнее время, а по делу все то же самое. У меня такие узорчики, которые, если где-то узорчик оборвется на середине, то есть рапорт не закончится, то это будет не страшно. Вот вы посмотрите, принципиально ли важно, чтобы ваш узор заканчивался на определенном ряде. Повторюсь, если какие-то у вас объемные цветы красивые, если, естественно, будет пол цветка, это будет некрасиво. Но если что-то мелкое, то можно закончить в любом ряду, это не имеет значения. Вот тоже обратите на это внимание, это тоже важно. Третье, что мы делаем, мы связали этот узор. Помните, у меня есть дорожка из двух рядов изнаночной глади. Я пишу 2 ряда изнаночная гладь. Где мы делаем вот эти прибавки? Вот смотрите, у меня тут 140 петель, а потом мне нужно 132. Тут у меня убавки. На первый мой узор мне нужно больше петель, чем на второй. Поэтому четвертым пунктом я пишу убавить. И сколько мне нужно убавить, давайте считать. Так, 140. Я отдельно вот так напишу. 140 минус 132 равно 8 петель. Вот мне нужно убавить 8 петель. Как я их буду убавлять? Я тоже это все, естественно, считаю. 140 я делю на 8. 140 это петли, которые у меня на спицах. Вот в данный момент в четвертом пункте. Делю на 8. У меня получилось... Сейчас, где моя шпаргалка? 17,5. То есть, что это значит?
примерно через каждые 17-18 петель мы вяжем 2 вместе. Вяжем 2 вместе, убавляя 1 петельку. И это желательно сделать вот в этом вот, в предыдущем пункте, в третьем. Пока вы будете вязать 2 ряда изнаночной гладью, в изнаночной глади очень удобно делать эти убавки. Это будет незаметно. Саша, вы образец сильно растягиваете? Так, сейчас я еще выше почитаю, не успела к началу, буду смотреть позже, можно потом задать вопросы, если будет непонятно. Конечно, можно, конечно. Из чего лучше сделать подклад, об этом еще чуть позже расскажу, но советую брать хлопок, либо трикотажный хлопок, либо 100% хлопок, либо вискозу, чтобы вам было не жарко и не лип подклад к телу. Так, образец сильно растягиваете? Тоже очень хороший вопрос. Если у вас платье коротенькое, если это маечка, тогда вот образец можно измерять в спокойном состоянии. Когда я вязала свое первое платье, оно у меня было длинное. Длинное это, наверное, больше 90 сантиметров. То тогда вы образец вот специально растягиваете и измеряете его в растянутом виде. То есть ширину измеряете так, как есть, а высоту вы растягиваете образец и вот так в растянутом виде измеряете. Потому что под своим весом у вас все равно изделие вытянется. И это тоже важно учитывать, когда вы делаете расчеты, чтобы потом не получилось, что планировали платье 100 сантиметров, оно у вас 120 вышло. У меня платье голубого цвета, а подклад бежевый. Подклад телесного цвета, в принципе, подходит для любой ситуации, поэтому советую, ну, такого цвета его делать. Дальше, пятый пункт у нас. Мы связали 2 рядочка изнаночной глади. Пятый пункт мы вяжем второй узор. Второй узор у нас, вот смотрите, 17 рядов. Ну, я люблю вязать лицевые изнаночные, заканчивать изнаночным рядом, поэтому я тоже 18 рядов провяжу, ничего страшного. Это тоже 9,7 сантиметров, и тоже здесь могу себе... Тут 2 рядочка, тоже можно 2 клеточки нарисовать. Могу себе 18 отметить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть 18 клеточек. Каждая клеточка отвечает за один рядочек. Дальше, шестой пункт. У нас снова 2 ряда изнаночная гладь. Ну, это у меня, у вас, может быть, будет что-то свое, либо у вас вообще узоры будут сразу перетекать один в другой. И седьмой пункт, это у меня уже третий узор. В третьем узоре, смотрите, у меня 21 ряд, но так как здесь мы связали на ряд больше, то давайте тут в третьем возьмем 20 рядов, чтобы мы как раз поместились в нужную нам высоту. 9,7 сантиметров, тоже я рисую 20 рядов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот 20 рядов, 20 клеточек. Буду вязать, когда буду отмечать клеточку. Так, и дальше после этого всего у нас будет идти пройма, будет идти вырез. Это мы рассмотрим с вами уже на следующей неделе. Готово. Вот по этому плану вязания вы можете с собой не носить вот этот листочек, не носить вот это. Вы вот себе где-то в тетрадку записали план вязания, и с этим планом вы ходите по дому, по улице, по парку, и у вас уже все есть, что, где, чего связать. Естественно, для каждого узора нужно иметь схему. Это где-то вы тоже можете себе отдельно нарисовать, либо тут сразу в плане эти схемы рисовать. Ну, так как у нас ажур, вот первый, второй, третий узор. Так как у нас ажур, то желательно схему эту где-то иметь. Так, если нужно убавить или прибавить в конкретном узоре, это в Телеграме с тобой консультироваться, да? Ну вот, я только что объяснила, вот у меня 8 петель мне надо убавить, например. А здесь у меня тоже 132 петельки, и тут я уже ничего не убавляю. И дальше, смотрите, у меня идет повторение, то есть я сначала связала вот эти... Ой, смотрите, паучок. Я связала 3 раза... по разу свои 3 узора, и потом у меня идет повторение, мне нужно снова связать то же самое. Я начну прямо отсюда. Тут у меня, смотрите, после третьего узора 132 петельки, мне нужно дальше снова 140. Значит, я теперь 8 петель прибавлю. То есть я не буду дальше писать план вязания следующий, а просто начну уже со второго пункта вязать.
Так, сегодня в метро и на ходу три ряда топа связала. Класс, Яна, прикольно. Ну вот, план вязания мы написали. Если есть вопросы по расчетам, пишите. Теперь я постараюсь показать, как сделать наборный ряд, если вы, у вас случай, когда вы сначала вяжете снизу вверх, а потом будете сверху вниз вязать. Вот если у вас вот эта ситуация, когда вы сначала вяжете маечку, а потом вам нужно будет вязать юбку сверху вниз. Здесь у вас вот тут посерединке вам нужно сделать особый ряд с открытыми петлями, которые вы потом будете использовать для вязания юбки. Так, ну я ж не убавлю, где попало в своем узоре, он собьется. Нет полосок, там изнаночная гладь. Если, смотрите, если нет полосок из изнаночной глади, а их не будет, потому что, ну, это чисто мое желание, то есть это не обязательно, вы не думаете, что вы тоже так должны делать, тогда вы делаете все убавки-прибавки в изнаночном ряду. Вот вы связали первый узор, вот тут вот в последнем вашем изнаночном ряду вы начали, например, вот так вязать снизу вверх, вот тут в последнем изнаночном ряду вы будете делать все убавки. В изнаночном ряду делать их легко или прибавки, да, потому что там нет, как правило, каких-то накидов, какого-то специального провязывания двух вместе, три вместе, то есть вы в изнаночном ряду делаете все эти прибавки, убавки. Все лицевые рядочки провязали, в последнем делаете убавки, прибавки и дальше начинаете второй узор. С первого ряда, как полагается, у вас уже будет необходимое количество петель. Если платье слегка расширенное, то можно вязать снизу. Если вы сможете самостоятельно сделать расчеты, можно вязать снизу. Если не сможете, тогда лучше вязать вот так, потому что я буду на третьей нашей неделе интенсива рассказывать, по-моему, 6, я вот забыла, девочки, по-моему, 6 способов разных делать прибавки в юбке, в ажуре, потому что каждый ажур может по-особому вязаться, и в каждом ажуре по-особому могут делаться прибавки. Так. После третьего узора восьмым пунктом минус 2 ряда изнаночной глади. Да-да-да, правильно, 2 ряда изнаночной глади. Верно, верно. Я могу здесь записать, чтобы вас не вводить в заблуждение. Восьмой пункт, давайте напишем. 2 ряда изнаночной глади, потому что это будет, ну, с моей стороны неверно, если я это не укажу. Вот, тоже отмечу. Две клеточки, и потом уже начинать с этого пункта. Александра, скажите, в ваших прошлых эфирах вы делали набор петель, а потом провязывали изнаночной. Вопрос, почему и зачем? Не совсем поняла это делать всегда или конкретно было для того узора? Вы уже говорили, как вязать в круговую. Вот сейчас будем вязать в круговую. Дело в том, что у нас для того, чтобы был... Ну, тут плохо видно. Чтобы был... У меня темные нитки, и поэтому не видно. Чтобы был крайний ряд из лицевых петелек, а не из изнаночных. Вот тут изнаночные петли, и это изнаночная сторона. Если мы сразу после наборного ряда начнем вязать первый ряд, то у нас вот тут первые петельки будут изнаночные. Кого-то это устраивает, для кого-то это нормально, меня, например, это не устраивает. Я хочу, чтобы у меня были здесь косичка из лицевых петелек снизу. Поэтому всегда во всех изделиях, что бы я ни вязала, образцы это или это целые крупные изделия, я всегда первый ряд вяжу изнаночным рядом. Это не значит, что это изнаночные петли, это я смотрю по рисунку, какой у меня узор, а затем уже продолжаю вязать с первого ряда, как полагается, свой лицевой рядок. Это просто, чтобы кромка была, ну, красивого внешнего вида. Опять-таки, не заставляю, это по желанию. Так, смотрите, давайте теперь расскажу, что делать, если у вас сначала идет вязание верхней части, а затем нижней части. Сначала вы вяжете, ну, топ, предположим, а затем юбку. Нам нужны открытые петли. Для открытых петель мы берем ниточку какого-то... Ой, зависла. Сейчас я перезайду, у меня тут зависла. Ну, нормально, продержались 33 минуты. Ничего до этого не зависало. Сейчас я постараюсь вам рассказать. Сейчас я перезайду. Немножко подождите на ютубе, сильно не злитесь, что я так долго вас задерживаю. Стараюсь, чтобы везде-везде было все понятно. И на ютубе, и в инстаграме, чтобы не терять девочек. Так, я пока все приготовлю. Так.
Так, вы уже, думаю, поняли, что нам понадобится моточек. Это не пряжа, из которой я вяжу платье, это просто моточек. Так, это я, наверное, уберу, чтобы было лучше видно. И крючочек. Крючочек у меня... Два у меня крючка дома, толстый и тонкий. Вот я взяла толстый. Так как крючком я не вяжу, то у меня вот вариантов немного. Так, сейчас девочки подключатся, я продолжу. Пока приготовим ниточку совершенно другого цвета, чтобы был контраст. Желательно, сейчас я буду еще раз это рассказывать, поэтому подожду, пока подключатся девочки. Ага, подключайтесь, отлично. Для того, чтобы сделать ряд с открытыми петлями, нам необходимо взять моточек какого-то контрастного цвета, не похожего на цвет, который мы будем вязать наше платье. Желательно, чтобы нитка не была пушистая, чтобы это был или хлопок, вот у меня этот джинс, какой-то моточек взяла, которым я вязала с вами образцы. То есть не ворсистая ниточка должна быть. И мы крючком, необходим также крючок, неважно, чтобы он был какого-то супер правильного номера, супер правильного диаметра, можно взять любой, который у вас есть. Это все делается временно, это не будет в нашем платье. И нам нужно набрать цепочку из воздушных петель такого количества петель, которое необходимо нам для первого узора. Вот у меня набрать 140 петель мне надо. Значит, мы набираем цепочку из воздушных петель 140 петелек. Как обычно, мы это делаем крючком. Я думаю, все это смогут сделать. Вот у меня первая, вторая, третья и так далее, а мы набираем так 140. Я наберу несколько, считаем обязательно, наберу несколько, чтобы вам показать, что делать дальше с этой цепочкой. Можно набирать сильно, не стараясь, то есть если вы крючком не вяжете, это не значит, что все будет плохо и все не получится. Я вот тоже... не специалист по крючку. Вот набрали мы цепочку из воздушных петель необходимого нам количества. У меня это 140. Так, сейчас еще почитаю вопрос. Скажите, на образце у меня получилось, что внизу наборного края чуть-чуть собирается. Что в такой ситуации делать? Значит, ваш первый наборный ряд затянут. Вы провяжите вверх ваш узор и измеряйте образец не снизу, а вот тут посерединке. А когда вы будете набирать петли для платья, старайтесь набирать не слишком туго. Возьмите спицы потолще, толще диаметр, либо возьмите, наберите итальянским способом. Так, можно и больше петель набирать. Это про что? Дальше вяжи то низким. Это про что? Если про цепочку, то набираем то количество, которое нам нужно, чтобы мы потом не запутались. Ну вот, предположим, мы набрали необходимое количество. Вот я уже набрала, кстати, для себя. Сейчас я вам покажу. У меня тут их 140 я набрала для своего платьишка. Вот у меня получился вот такой шнурочек. Дальше из этого шнурочка мы будем набирать петельки. Тоже их должно быть 140. То есть должно быть такое количество, которое... Тормозить, девочки? Должно быть такое количество, которое вам необходимо для вязания. У меня что тоже, да, вот сейчас вижу, тормозит. Сейчас попробую перезайти. Почему-то, когда второй раз включаешь прямой эфир, это уже проблемой становится. Начинает все дико тормозить. Причем у меня с телефоном все нормально. Не знаю, почему так. Так, сейчас еще раз попробую зайти. Девочки, которые на Ютубе, сильно не ругайтесь, что я такая. Что у меня тут так все неорганизовано как-то. Так, я постаралась. Вот так сделаю. Вот так. Сейчас постараюсь еще разочек зайти. Вообще, по идее, эти все моменты надо вырезать. Вы тут какую-нибудь музычку себе включите, чтобы не сильно было скучно, пока я подключаю прямой эфир. Так, ну что, я уже взяла спицы. Сейчас подключатся девочки и продолжим.
Я уже взяла спицы, которыми буду вязать свое платье, для того, чтобы набирать петельки. Ага, я не взяла нитку, которой я буду петли эти набирать. Ну, возьмем вот эту, такую же ниточку, потому что у меня бордовое платье, и оно слишком темное, вряд ли вы что-то увидите. Ну вот, набрали мы цепочку из воздушных петель необходимого количества. Дальше берем ниточку, которой мы будем вязать наше платье. У меня... Ну вот, еще и спицы упали. У меня на сегодняшний момент это вот такая голубая ниточка. Платье у меня бордовое, я вам хочу на голубой показать, чтобы было виднее. Дальше мы разворачиваем воздушную цепочку из воздушных петель. Вот у нас тут есть здесь галочки из лицевых петелек, а мы разворачиваем спинкой. Спинкой так, чтобы было видно вот эти вот... Ой, наверное, плохо видно, девочки. Разворачиваем спинкой так, чтобы было видно вот эти вот задние дольки наших петель, нашего наборного ряда, нашей цепочки. Вот лицевые петельки, их хорошо видно. Переворачиваем, и вот тут видно задние дольки. За эти задние дольки мы будем набирать наши петельки. Можно это делать спицами, вот как делаю я, мне спицами удобнее. Можно точно так же это делать крючком. И набираем мы за эти задние дольки 140 наших петелек. Вот еще одна моя задняя долька. Набираем, вот еще одна. И таким образом медленно, внимательно, вот лицевые с одной стороны галочки, с другой стороны вот это задняя долька. Мы набираем количество наших петель. У меня 140. Так проходимся по всему кругу, потихоньку, медленно-медленно, чтобы все у нас было четко, чтобы мы не задели какие-то другие ниточки, другие петельки. И когда вы будете вот это все набирать, набирать стараемся тоже с одинаковой плотностью, с одинаковым натяжением. Когда вы будете это все набирать, вот с нижней части наших петель будет видна вот эта та самая косичка из лицевых петелек. Вот она видна. Вы должны тоже хорошо ее наблюдать. Снова разворачиваю и за вот эти задние петельки цепляю. Так мы набираем необходимое количество. У меня 140. 140 петель. Тут у меня что-то развернулось. Набираем вот прям по всей цепочке. Вот прям по всей. Вот у меня эта цепочка вот такая оранжевая, я буду набирать в нее, я прям по всей наберу 140 петель. Дальше, когда вот мы здесь начинали, тут мы закончили. Когда мы все это набрали, у нас получится полностью по нашему кругу все наши петельки на цепочке из воздушных петель. После того, как все это мы с вами набрали, мы вешаем маркер на начало ряда. Обязательно отмечаем начало ряда. И дальше продолжаем наше вязание с первого рядочка. То есть у нас есть схема определенная нашего ажура. И мы этот ажур с вами начинаем вязать. Беру я свою схему и прям вот первый ряд сразу начинаю вязать. Вот эту цепочку из воздушных петель я не трогаю. Она мне будет нужна. Не фокусируется у меня в Инстаграме. Она мне будет нужна дальше потом при вязании юбки. Вот, я рассказала. Саша, нить для воздушных петель выбирать такой же толщины, какая пряжа, или любую? Можно любую, вот честно, какая на вас смотрит, ту и берете. Главное, чтобы не было слишком мелко и чтобы не было слишком толсто. Но если она не будет совпадать немножко, то это ничего страшного. Так, 42 минуты, давайте я поменяю камеру, отвечу на ваши вопросы и что-нибудь еще обсудим. Важные, может, какие-то моменты. То есть мы набираем цепочку из воздушных петель, петельки для вязания нашего платья, а затем мы смыкаем все в круг. Переверну сейчас камеру, секунду. Не переворачивается, как всегда. Вот, перевернула. Да, я читаю, Яна, что ты говоришь дальше, то низким.
Мне его сначала надо купить, этот тунисский крючок. То есть мы набираем цепочку из воздушных петель. Далее из нее мы набираем количество петель, которое нам необходимо, так, чтобы у нас цепочка из галочек была снизу, а с задней части на спинке этих этой цепочки из галочек есть вот такие вот штучки. И вот за эти штучки мы набираем наши петельки, 140 петель, а затем сразу с первого ряда смыкаем в круг, с первого ряда начинаем вязать наш ажур. У нас всегда начало ряда будет с одной и той же петельки. Вешаем маркер всегда и прям вот берем и вяжем с начала ряда каждый рядок. На стыке рядов у нас, по идее, нам ничего не должно мешать, будут небольшие ступенечки, они не очень заметны, в ажуре это нормально. Эту часть мы будем оставлять вот тут сбоку, ее не будет видно, в принципе. Вот. И когда вы там будете накиды, две вместе вязать, вот на стыке вот этих вот конца и начала ряда, следите за тем, чтобы вы никакие петли не потеряли. Бывает так, что, например, последняя петелька накид, а дальше идет там какая-то лицевая, первая петля нашего ряда, предположим, лицевая, а последняя накид. Вот вы накид этот не теряете, накид сделали, перевесили маркер и дальше вяжете лицевую. Следите обязательно за узором, за ажуром вашим, потому что если запутаетесь, ну будет черти что, будет ерунда. Ну вот лучше за этим следить, короче говоря. Когда вы свяжете несколько раппортов вверх, вы уже запомните узор, возможно, и будете вязать без схемы. Саша, покажи, как смыкать в круг. Ну вот, я не знаю, это элементарно. Точно так же, как на любую шапочку, только там не нужна дополнительная петелька. Почему? Потому что мы будем дальше вязать еще вниз нашу юбку. Когда я вязала платье, платье я вязала тоже с юбкой. Если вы будете вязать просто снизу вверх какую-то майку или какое-то платье прямое, тогда да, тогда можно еще дополнительную петельку набрать, ее перекинуть, как это мы делаем в шапках. Я просто это все уже показывала, не хочу повторяться. То есть вот прям совершенно просто мы набираем количество петель, у меня 140. Дальше соединяем вот так спицу, у вас вот здесь вот все будет в петлях. Соединяем спицы, вешаем маркер на начало ряда, и все, и просто берем и начинаем, у вас тут будет ниточка рабочая, просто берем и начинаем вязать с первого ряда, там ничего сложного нет. Уверена, у вас получится, но я даже не стала это показывать. Так, Саша, какая у тебя пряжа, состав? Я буду вязать из той же пряжи, с которой я вязала свое пробное платье. Только пробное платье я вязала в одну нить на четверке. Это платье я буду вязать на пятерке в две нити. У меня, ну, более, видите, плотный ажур получается, не такой рыхлый. И само платье поплотнее. Пряжа Вивчари этнокотон, хлопок со льном. 200 грамм, 1200 метров. На мое пробное платье длинное в пол ушло 150 грамм и 50 грамм на кисти. Я думаю, что мне тоже для этого платья хватит одного мотка, потому что платье у меня будет короткое. Если вязать с наборного ряда, вяжем только до проймы? Да, конечно, вяжем до проймы. Пройму мы будем рассматривать на следующей неделе. У нас будет пройма и вырез, мы займемся этим всю неделю, все 4 дня мы будем рассматривать разные виды вырезов, V-образный, круглый, квадратный. Также мы будем рассматривать пройму такую классическую и пройму, вот как я вязала у себя на платье, то есть тоже такую маечкой скошенную. И также будем рассматривать спущенные плечо, когда просто прямая такая, прямой квадрат и пройма не ярко выраженная, то есть пройма просто как дырочка, знаете, такая для рук, и все. Все вяжем по кругу. Если по кругу не хотите вязать, вы можете связать две половинки, то есть делаете расчеты не на 90 сантиметров, как вот у меня, а на 45, и тоже следите за тем, чтобы у вас раппорт узора попадал в эти 45 сантиметров. Желательно, чтобы по краю у вас раппорт заканчивался и раппорт начинался так, чтобы у вас край, вот именно шов, где будет шов, у вас смотрелся аккуратно, чтобы там не было слишком, ну, какого-то, знаете, ерунды, один узор находит на другой, и там какая-то белиберда, чтобы все было аккуратно, тоже за этим следите. Но мы будем вязать по кругу, я буду вязать по кругу, потому что ажур.
ажур, все-таки я так хотела сначала со швами, но я так подумала, что все-таки красиво, когда со всех сторон платье смотрится цельным, единым, где нет никаких швов, потому что на ажуре, так или иначе, как бы вы там сильно не старались, шов все равно заметен. Если дырочки какие-то есть у вас в ажуре, то, ну, скорее всего, будет видно. Если вот какой-то узорчик типа вот этого, ну, вот сейчас как-то вам постараюсь показать, типа вот этого, и шов можно пустить вот здесь, где нет накидов, где просто лицевые петельки, тогда да, тогда нормально. Но там, опять же, следите за стыком, чтобы у вас две половинки, вперед и спинка, на стыке хорошо смотрелись, чтобы этот шов не был заметен. Не обязательно вязать по кругу, вы можете вязать, ну, как хотите. Главное, какое домашнее задание, кстати, мне скинуть расчеты вашего вот этого переда спинки и начало вязания. То есть вы там, например, вот так вот, как я, немножко набрали петелек и скинули мне, сфотографировали, чтобы я увидела, что у вас началась работа. Потому что тоже можете сделать расчеты, а начать вязать в понедельник. И третьи дня, пятница, суббота, воскресенье будете сидеть и скучать. Вот скиньте мне, пожалуйста, сразу начало вязания. Так, те, что должны были быть изнаночными, например, в рисунке, вторые ряды по рисунку, то и по кругу также по рисунку. Верно, 100%. Если ваш ажурный узор в изнаночном ряду вяжется по рисунку, то когда вы вяжете по кругу, он точно так же, изнаночный ряд, вяжется по рисунку. По рисунку то, что мы видим, так мы и вяжем. Например, в изнаночном ряду поворотными рядами у вас все изнаночные петли. По кругу, когда мы вяжем в изнаночном ряду, у нас все петли лицевые. То есть мы их как бы в зеркальном отражении вяжем. Изнаночная отзеркаливает, как правильно я сказала, лицевую петельку. Если у вас схема, и в схеме в изнаночном ряду чередуются там как-то лицевые и изнаночные, тогда вы либо смотрите на ту петельки, на те петельки, которые у вас есть уже на спицах, и вяжете то, что вы видите, либо вы переворачиваете петли в схеме. Предположим, у вас в схеме в изнаночном ряду при вязании поворотными рядами идет изнаночная, лицевая, изнаночная. Значит, при вязании по кругу в изнаночном ряду вы будете вязать лицевая, изнаночная, лицевая, все наоборот. И посмотрите, если что-то не будет получаться, то можете мне писать, обращайтесь, будем разбираться с вами. Если вы совсем новичок и плохо понимаете, как это все переворачивать сразу, ну, по ходу дела, тогда рисуйте себе схему с изнаночными рядами и с изнаночные ряды отмечаете вот как при вязании по кругу. У вас все ряды при вязании по кругу будут начинаться и будут читаться в схеме справа налево. Все ряды справа налево. Вот точно так же вы можете себе нарисовать изнаночные ряды. Если вот совсем тяжело, ну, попросите меня, я вас направлю, и мы будем вязать и делать эти схемы вместе. Ну, я думаю, что как немножко хоть понятно. Напишите мне, понятно или нет. Где посмотреть про круговую вязку? Шапка Бини. У меня есть плейлист на YouTube-канале «Вяжем шапки в прямых эфирах» или «Вяжем шапки онлайн». Ну, там один этот плейлист по шапкам. Заходите туда, там, по-моему, сначала берет вязали, а потом бини или что-то типа того. То есть ищите вязание шапки бини, и там есть расчеты, это первое видео, и там, по-моему, в первом видео есть также, как вот это все дело на воздушную цепочку, цепочку из воздушных петель связать, затем как петельки набрать, как соединить в круг. Там это все есть. Если не найдете, то напишите мне, скину. Еще раз повторюсь, плейлист шапки онлайн, видео шапка Бини. Там, по-моему, 2 или 3 видео про эту шапку, и в каком-то из этих видео это есть.
Напишите, понятно или нет. Ой, Христина, добрый вечер. Очень-очень рада вас видеть. Накиды по кругу вяжутся лицевой? Да, если это в узоре. Потому что есть такие узоры, где накиды в изнаночном ряду вяжутся лицевыми. Это значит, что при вязании по кругу накиды по кругу у вас будут вязаться изнаночными. Но это все указано в узоре. Смотрите описание условных обозначений, смотрите вашу схему, и тогда это все переворачивайте. Ну вот, если вообще непонятно, я очень переживаю, чтобы вам было понятно, потому что, как правило, я зациклена на расчетах и показываю вам, где что, куда записывать. А вот на такой, на практической части я пытаюсь словами вам объяснить, потому что если начну показывать, то вы начнете, грубо говоря, повторять за мной. Но я хочу, чтобы вы самостоятельно к этому пришли. Вот если расчеты самостоятельно вряд ли можно сделать, если вообще ноль, если первый раз, то вязание хотя бы с моих слов, я думаю, что можно как-то подумать и сделать. Дуже все чітко пояснюєте. Ой, дякую. Привет, я пропустила. Посмотрите повтор. 53 минуты у нас уже эфир. Я успела все рассказать. Пока понятно, а потом... Вот это самое главное. У меня частая проблема, когда девочки смотрят эфир. Но это не то чтобы проблема, но особенность моих расчетов, моих эфиров, когда смотрят девочки эфир, во время эфира хватаются за голову и потом мне пишут: «Божечка, я ничего не поняла, все ужасно, я не смогу связать». Вот. Но дело в том, что очень сложно смотреть эфир, сразу делать расчеты. Я всегда советую смотреть эфир и хотя бы просто вникать в то, что я делаю. Потом, когда вы включаете запись эфира, когда вы нажимаете на паузу и потихоньку кусочками выполняете все шаги за мной, то есть подставляете свои числа, берете свои образцы, измеряете все свое, тогда уже вам понятно становится. И реально, после того, как девочки пишут: «Ничего не понятно, все ужасно», а потом садятся делать все по видео с паузами, мне скидывают идеальные расчеты и говорят: «Блин, это все легкотня, все понятно, все отлично». Поэтому мне, когда пишут, что даже в эфире все понятно, это для меня комплимент. Так, понятно, благодарю, супер. Вам слышно, да, когда я визгавкаю? Это у меня тут окно открыто. Что-то он как-то, я не знаю, на ночь решил поактивничать. Какой наборный край лучше использовать, если платье одним узором? Я не понимаю связи с одним узором и с наборным краем. То есть у вас может быть и 10 узоров, и наборный край от этого тоже может быть самым любым. Вы можете самым обычным набирать на петли, вы можете итальянским набором набрать петли, если вам кажется, что обычно стягивает. Обычно реально немножко стягивает, но... Я считаю, что это нормально, потому что, например, у меня на платье оно короткое, я не хочу, чтобы оно было там с какой-то расклешенной юбочкой. Вот. Кстати, это у меня только сейчас дошло. Я зачем эту цепочку себе набирала? У меня же прямое платье, и мне не надо. Я просто вяжу снизу вверх, мне не надо эту цепочку. То есть я просто набираю 140 петель и вяжу снизу вверх свое платье. А я зачем-то приготовилась. Ну ладно, я потом подумаю, вам еще нужно будет как-то объяснить юбку. Я думаю, что я на каком-то примерчике это объясню, не на своем платье. То есть наборный край не зависит от количества узоров в платье. Вы выбираете тот, который вам больше нравится. На длинное платье тяжелой пряжи растягиваем образец для измерения высоту. Да, я это показывала в начале видео. Девочка спрашивала, и я как раз показывала. Растягиваем наш образец вот так и измеряем, чтобы у нас были более точные расчеты. Пока понятно, так. Ой, а можно еще раз про накиды? Ой, а что именно про накиды? Спасибо тебе, осталась теперь работа за нами. Все, делайте расчеты и начинайте вязать. Смелее, не бойтесь. И не ждите, когда я расчеты проверю. То есть можете сразу начинать. В принципе, могут быть ошибки, но в принципе, если вы в себе уверены, если все понятно, если все четко, не ждите, пока я проверю, сразу можете начинать вязать. А, у нас стреляют, какой-то салют, и да, визгавкает. Да, я вообще по несколько раз один эфир пересматриваю.
вот, главное, чтобы вникнет. Спасибо за все, отлично. Только начала писать, зачем тебе цепь? Вот, вот. А я только сейчас до меня дошло. Зачем? Я такая, знаете, правильная ученица, сама себя тоже активно слушаю, сама выполняю то, что я говорю. А сейчас поняла, что мне не надо. Ну ладно. Если просто прямое платье, то просто набираем петли и вяжем. Да, 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 правильно. Вот, вспомните мои вот эти рисунки. Мы просто набираем и вяжем вверх. Майку набираем, вяжем вверх. Кардиган набираем, вяжем вверх. Если юбка расклешенная, то одна только маечку набираем и вяжем вверх. Но вот этим вот способом. Все очень четко. Саша, спасибо большое. Оля, спасибо. Как провязывать накиды? Рисунки накиды при повороте провязываются изнанкой. А как при вязании по кругу? Лицевой. Мы все делаем наоборот. Если в рисунке при поворотном вязании накиды провязываются изнаночными петлями, значит, при вязании по кругу мы накиды провязываем лицевыми. Все легко, все просто наоборот. Если в рисунке накиды в изнаночном ряду при поворотном вязании, не сильно он громко рявкает, провязываются лицевыми, такое тоже может быть, тогда при вязании по кругу накиды мы провязываем изнаночными. Саша сейчас появился разговаривать. Фух, да, у нас какие-то салюты. Сегодня нет никакого праздника. Какие-то салюты, и Дэвис салюты. У нас тут полигон рядом, очень часто стреляют, взрывают бомбы. Прям такие бомбы, что окна трясутся. Причем такие, что прям дым такой у них там какой-то идет. Черный-черный. Дэвис тоже это жутко не любит. Постоянно бегает по двору, гавкает. Спасибо большое. Девочки, если понятно, пишите. Все, 59 минут, прощаюсь. Домашнее задание — скинуть расчеты и скинуть начало вязания. Пусть это будет просто один рядок, но чтоб я видела, что вы начали вязать. Все, в понедельник в следующий раз встречаемся. В понедельник будем рассматривать пройму. Два вида, ну, наверное, как-то я там, не знаю, посмотрю. Возможно, мы рассмотрим пройму, мы ее свяжем на следующий день, или как, или я, может быть, покажу сначала разные проймы. Ну, посмотрим, у нас будет целых 4 эфира на вырезы и на проймы. Фух, все, я аж так немножко подустала. Вроде все рассказала. Последнее еще скажу. Последнее. Не уходите пока. Я проверяла домашние задания с вашими образцами. Ну, к моему сожалению, многие очень девочки неправильно вяжут две вместе с определенным наклоном вправо-влево. У некоторых девочек узор из-за этого не получается. И когда вы следите внимательно за своей схемой, за своим ажуром, обращайте, пожалуйста, внимание на то, куда вы эти две вместе наклоняете, куда вы их вяжете, потому что у многих просто, ну вот, не получается узоры, все. Очень следите. Сейчас мы начинаем вязать уже платье, и в платье косяков быть не должно. Если я увижу, что у кого-то не туда не переплетение, а поворот двух вместе, буду заставлять перевязывать. Поэтому делайте все это очень внимательно, тщательно проверяя каждую клеточку в схеме. И еще у нас есть такая практика в интенсивах, скидывать каждый день фотоотчеты. Эти фотоотчеты не как домашка, а просто как стимул, чтобы вы вязали поактивнее. То есть вы, например, вечером повязали и вечером скинули мне кусочек того, что вы связали. И так каждый день. Если вы начнете вязание вот уже сегодня-завтра, то вы можете до понедельника мне каждый день скидывать небольшие фотоотчеты. Это не обязательно, но это стимулирует вас постоянно, ежедневно вязать. Так что жду от вас фотографии, и как раз можно будет мне проверить, правильно ли вы там все переплетаете, вяжете две вместе, накиды, чтобы потом не нужно было много распускать. Рада была бачити, я тоже была очень рада вас бачити, Христина. Отдыхай, Сашенька. Эфир по брошкам когда будет? В субботу. Я напишу пост, наверное, вот сейчас напишу. В субботу у нас будет эфир, время тоже, наверное, какой-нибудь опрос проведу. Не знаю, мне хочется в час дня это сделать, вот почему-то в голову такое пришло. В субботу у нас будет эфир по брошкам. В субботу и в воскресенье, наверное. Ну все, пока, до понедельника. Жду все ваши домашки, пишите вопросы, делайте все потихоньку, и все получится. Все, пока. В Телеграм, да, в Телеграм, конечно, фото, отчет в Телеграм, все в Телеграм. Домашки в Телеграм, вопросы в Телеграм, все туда. Все, всем пока.
Так, остановись.